Динаметрический ключ торсионного типа со стрелочной индикацией. Имеет возможность работы как влево, так и вправо. То есть двусторонний. Достоинство этого ключа единственное в чем? В дешевизне. Давайте посмотрим его на стенде. Выставляем его, даем нагрузку 10 кг. И сверяем показания со стендом. На ключе 10 кг. На приборе 11,6. То есть разница в показаниях 1,6 кг. Вот его самый главный недостаток. На нашем отечественном рынке присутствует еще вот такой вот представитель точных ключей. Неизвестно чего производства. Вот. Но, как видим, неудобный конструктив исполнения. Плюс еще требуется какой-нибудь пруток для того, чтобы совершать затяжку. Для этого мы будем использовать удлинитель подходящего диаметра. Показывает он, измерение производится в ньютонах. Прибор переключен в ньютоны. Сейчас сравним его точность заявленной. Даем нагрузку. На ключе у нас выставлено 100 ньютона, четко. Прибор показывает 104 ньютона на метр, что довольно-таки точно.